CBS представляет. Производство Чака Лора. Шелдон Купер был гениальным физиком. Если бы мне удалось создать действующую машину времени, я бы вернулся в прошлое и отдал ее самому себе. Я тут подумал о некоем биологически-социальном исследовании, применительно к нейрохимическим процессам. Подожди-ка, ты приглашаешь меня на свидание? Два коллеги, два друга. Наши мозги предназначены для синтезирования фактов и вывода умозаключения. Мы сможем преодолеть холодный синтез за десятилетия, максимум 12 лет. Я решил, что буду работать вместе с тобой. Два коллеги, которые могли изменить мир. Это мое исследование, и никакого тупика не предвидится. Знак изменен. Но разве это не решает твою проблему? Шелдон, а почему это письмо находится в мусорной корзине? Видимо, кто-то его выкинул. Это из Института экспериментальной физики. Я знаю. Получал ли я еще какие-нибудь награды, о которых мне неизвестно? Я придумал этот эксперимент. Это не значит, что ты его доказал. Я поеду на конференцию и представлю нашу работу. А я тебе этого не позволю. Друзья, так не поступаю. Ты больше не в команде. Два коллеги и одно шокирующее открытие. Не доверяй ни никому. Идея на $1 миллион. Ах ты ж сучок хитрозадый. Кот молочно-зеленый. Никаких сокращений. Господи, только не молочно-зеленый. А ты вообще понимаешь концепцию шантажа? А что если дать по башке тебе прямо сейчас? Это не изменит прошлое. Два коллеги, чьи пути разошлись. Да что же это такое? Я чувствую нарушение в силе. Никогда больше не разговаривай со мной. Ты ведь видишь свои ошибки, да? О боже. С учетом того, что смерть не наступит моментально. Это похоже на то, что они нашли в Розвилле. Нет, это невозможно. Нам нужно избавляться от этой машины времени. Сотрем его в порошок. Так вы готовы? X-10 подключен. Начинаем. Сработало. Действительно сработало. Здесь я управляю железной хваткой. Ваню правильно! Нет! Нет больше никакого Шелдона! А ты когда-нибудь причинял вред человеку? Это приступ паники! Основано на выдуманной истории. Джонни Галески. Джим Парсонс. Автор идеи Чак Лор. Теория большого взрыва. Озвучено по версии Кураж Бомбей.ру.